прошедший матч, неожиданный выход хорватов в полуфинал, неожиданный разгром немецкой сборной со счетом 3-0. Напомню, на предыдущей стадии французы выиграли по пенальти у итальянцев. Это состав сборной Франции и сборная Хорватии, которая сейчас, сделав первый удар по мячу, начала этот полуфинальный матч. Итак, команда Мирослава Блажевича. Джоркаев, пас в центр, Диваш отыгрывает назад, Зидан бьет. Трибуны взрываются аплодисментами. Смотрите, как хорошо сыграл Диварш. Пас Бортеза. Пяти. Зидан выпрыгивает. И нанес уже передачу. Одну голевую передачу уже здесь записали. Преимущество французов. И опасный удар. Даже те, которые якобы недостаточно опасны, чтобы пробить Дражина Ладича. На поле возвращается. Небольшая травма. Ладич. Все внимание, весь внимание. Удар Диварша. Красно-бело-синяя команда. И внимание, опаснейшая, ударнейшая возможность. Причем не тот и в этом матче. Смотрим этот удар, как Асанович был. А какой отличный пас сделал ему Дарио. Шанс стать лучшим бомбардиром чемпионата. Подача. И вот удар. Интеллектуал сборной Хорватии, о котором я говорил. И удар в плету. Вот, смотрите еще раз. Уже были мячи запасные. Такой удар! Скорее этот момент. Еще раз Зидан бил с лету и прямо в притирку со штангой. Эме Жаке. У его форвардов пока не получается ничего. Посмотрим, что будет во втором тайме. Опасный момент был у ворот хозяев чемпионата. Ворот сборной Франции. Самые опасные моменты прошедшего тайма. А вот, внимание, Шукер! Хорватия. Меньше этой стороны здесь Хорватия. Что отмечал Шукер, технично принял. И где она, хваленая оборона сборной Франции? Ситуация лучшим бомбардиром чемпионата вместе с итальянцем Ед 11-го. Возглавляет своего лидера Давара Шукера. Так просто обыграть Бобана. Ланты внушение Павел. Был толчок. Нет. Все брали. Без нарушений правил. Здесь уже сложно было что-то сделать, хорошо сыграли. Рамов и Тюрам сравнял счет. Как не атаковал, забрал мяч, как вы здесь, чисто у Бобана. Отдал штрафную площадку, идет дальше, бьет. Бил в нижний угол, на месте, очень на... Ответил удар. А, мяч еще, по-моему, задел, по ходу дела, защитника. Тюрам продолжает атаку и бьет поворотом. И забивает, просто потрясающе. В начале матча, вернее, второго тайма. Так, это уже конец этого эпизода. Ярди уже, казалось, был с мячом, уже смотрел, кому от... И вот сейчас, когда казалось, что мяч уже потерян, Тюрам продолжил борьбу и в том поединке с Бобаном. Только сейчас он, что называется, обокрал. Вроде тут подкрался Тюрам и отобрал мяч. И забил прекрасно, фактически больше и не было. Правда, вот еще... Трибут тоже сыграет в финале. Внимание, ошибка! Заразю, но Дестаи был на месте. Подача. Бортес выходит, забирает мяч, и там никого даже рядом. Его команды. Отдает Просинечки. Просинечки, подача. Означает, что команда Эме Жаке выходит в финал. Но, внимание, последняя атака, рикошет! И команда... Еще один угловой. Что, может быть, не все кончит. Орбит. Вся сборная Хорватии, живой площадки. Подача! Отскок. Это благодаря довольному времени. Потрясающе играет Тюрам, как и во всех тюранце в финале чемпионата мира. Мира, смотрите, парижские таймы. Там будет много интересов. У хорватов, согласитесь, был шанс.